Всем привет, дорогие друзья, вы на канале РосФПС, и сегодня у нас, сейчас узнаете что, захожу в FIFA Mobile, чтобы записать видеоролик, а тут такое. Качает так нормально, нет, серьезно, крутой трек, ну, блин, через полтора года после выхода FIFA 19 делать новый трек, это, конечно... Прикольно, но как-то такое себе. Вот, сегодня, как вы уже догадались, по названию будет состав, который подарил мне подписчик. Вот, ребят, вам... вот что бы вы сделали, если бы вам подарили состав? Во-первых, вы бы обрадовались. Я очень удивился, что мне дарят состав. Вот, это было, конечно, очень круто, учитывая то, что... Да, как вам сказать... Он мне подарил аккаунт, но не полностью. Мы им, так скажем, пользуемся вместе. Я на него не так редко захожу, как он. Вот, я захожу, чтобы там записать видос, что-то еще сделать. Вот, сейчас зашел записать видос. Немножко поиграть, а он там что-то его прокачивает, что-то деньги тратит, чтобы что-то сделать, прокачать. Вот, я не понимаю, зачем он канцелу сюда. У него там сыгранность и шмыгранность, и все... Сделано, он под сыгранность затачивает, но у меня будет немножко другой состав. Встретимся, я сейчас что-нибудь под шаманю, может, сделаю. В общем, немножко подшаманил, что-то там сделал, и в итоге получается либо так, не знаю. Сыгранность тут лучше, но мне на сыгранность плевать, я и без сыгранности как бы тут все спокойно сделаю, всех выиграю. А тут еще есть второй состав. С... МакБрайна, в общем, вот такой. Есть вот такой. Но этот я уже сделал, как бы, поэтому будем играть этим составом, но нужно кое-что поменять. Конечно же, этот парень безоговорочно будет у нас играть 100%. И, конечно же, хотелось бы поменять Холланда на какого-нибудь ЦПшника, но пусть он будет у нас столб в центральной полузащите. Конечно же, будем мы тестировать этот состав. На самом деле, с момента, как его мне подарили, уже прошло... Ну, не подарили, а, ну, как сказать, вы поняли. Прошло уже приблизительно 2 недели, и состав преобразился. Был 85, сейчас 87. Потихонечку качается что-то там под Марк. По-моему, Марк. Он что-то там, какие-то инновации делает. Итак, у нас вот первый матч. Мы будем играть против состава с рейтингом... Да, он Ван Дайка купил, это офигенно. Ван Дайка я буду по-особенному тестировать. Это уже для отдельного видео, как вы понимаете, да? И не знаю, что вы там насчет песочки предлагаете мне какие-то идеи, потому что песку тоже... О, наконец-то, без лагов. Чисто когда все в школе, а я уже дома сижу нормально, да? А, случайно зашел в VS-атаку, но ладно, окей. Один матч можно посвятить VS-атаке, остальные 3 мы будем играть в равной игре. Ну, потому что, ну, VS-атака, я не воспринимаю VS-атаку никак. Ну, случайно зашел, сорян. Верди, Зардес и опа. Контратака, серьезно, 85. Короче, это фановый обзор, фановый, так что это не на киберспорт, тут на чисто поиграть, поочилить. Ну, просто давно не заходил в FIFA Mobile, поэтому... Ну, короче, я проиграл, и мы будем играть в турнир под... Шутка. Турнир завершен, и я уже... У меня был видеоролик о том, что Викинглига это говно, и можете посмотреть на... Это просто шлак, на самом деле. Викинглига это шлак. Потому что там VS-атака. Если бы там были нормальные матчи, ну вот равная игра, как они это называют, если бы хотя бы равная игра была бы, то, по крайней мере, я был бы доволен. Не знаю, как остальные, но я был бы доволен. У нас сбалансированная тактика. Ну, потому что, ну, что это, бред? VS-атака, там же Викинглига.
VS Attack — это дресня. Вот, сейчас мы будем играть против крутого игрока, ну не крутого, а у него состав крутой, Кристина Сергеевна и компания. Сейчас немножко яркость побольше. Все, начинаем. Пока на балансе. Потому что если в атаку, то нам за шиворот накидают и все. Что-то у всех на добеле появился. Какое-то событие, что ли, было. Чего? Ну, фу, спокойно. Ну, вы поняли, с чем. Ну, это гол, да? Это гол. Просто вешай на Кристину и забивай. Угу. Ну вот, как бы видите, там это ошибка Дика. Серьезно? Блин, ногу сломал. Ну вот так хорошо. А, кстати, хорошая была атака. Так, сюда. И Дик? Не, ну у Дика, конечно, удары не очень. Сюда, на нашего высокого Запата, или как его там зовут? Так, Андрева Зардес? Или за... Ой, короче, много звуков, нету дела. Ну, в смысле, голов нет, машина. Очень крутая карточка. Я бы его на напе протестировал. Если вы поддержите, я на напе его протестирую. И Ван Дика тоже. Это будет весело. Видите, раз и все. Ну, не надо так. Так, вот так вот. Оп. На, и все. Сегодня у нас игра подкатов. Кстати, ребят, набежите, пожалуйста, как включить вот эту панельку, где бегают игроки вот в центре, а внизу, как это, радар называется. Или как-то там по-другому. Просто, ну, неудобно так играть. Может, вы знаете, как это сделать в настройках там или что-то такое. Напишите, плиз. А мы его вот так вот, если... Попробовать. Закинуть! Ой! Ну, да. Сюда. Так, правильно, нет? Ну так паз на Верди, Верди, Верди. И Верди! Так как это? Ну твою ж мать, бей просто. И все! Да, все. Ребят, извините, пожалуйста, что я так эмоционально реагирую, но там. Я мог забить голов. Ну, он ошибся, как бы. Ну, мы его потроллим немножко. Ну, кстати, забил бот. Забил бот. Забил не я, забил бот. Надо такое вести. Че ты ржешь, алло, ты видел свой состав вообще? Ха, смотри, ржет еще. В общем, нормально. Сыграл, поехали, еще два матча. Я доволен, в принципе. Я, Женя, к вам, пока мы ищем соперника второго. Как вы знаете, я пока сейчас в Песку не захожу, не играю пока только в FIFA. Ну, не только, там еще мобайл, карьера за Динамо. Кстати, если вы не смотрели предыдущую серию, то заходите, смотрите четвертую, вот. Так как я в FIFA, я могу запилить матчи с подписчиками, вот, в FIFA Mobile. Я уже научился, как там находить соперника, все дела. Офигенный состав у моего сопа, да. Я научился, и я могу с вами сыграть, правда. Там что-то подлагивало, не знаю, как это на практике. Вот. В общем, если кто хочет сыграть, пишите мне в Инстаграм, а пока что я это пойду поиграю сейчас с соперниками. Слава, ну вы поняли, кому он промахнулся. Так, отобрали, Каутиньо бежит. И давай по снизам. Зардес! Да, первый гол есть. Вот этот, я, кстати, записываю это второй раз. Первый раз я записывал неделю назад, честно вам признаюсь. Там я играл не очень. Вот. Ну, а сегодня играю нормально, поэтому, ну, типа, можно выкладывать спокойно. На Верди. И Верди просто убежит. До свидания. У него скорость позволяет. Я надеюсь, навес пройдет. И Зардес, да. Все. Там Зардес высокий, просто головку поставил. Бау! И до свидания.
Кстати, сейчас мы попробуем протестировать на напе не Зардеса, а Холланда, или как его там, Халланд, ну что-то типа такое. Респектули, а почему-то трибуны вот у меня в наушниках свистят, как будто я типа проиграл. ФИФА, ну-ка давайте-ка фиксите мне, ну, фиксики, да, фиксики, фиксите, потому что мне нужны овации, я победитель, я чемпион, мне нужны овации. Приятно играть. Да, мне, в принципе, и бронзы будет приятно играть. Итак, 32 сыгранность, ага. Оу, фак. Я кончил. Я вот сейчас серьезно, я кончил. Ну это, конечно... Да. Так, ну, во-первых, у него лагает. И как мне играть? Не, ну с таким инетом, конечно, блин. А, все, все, спокойно. Инет стабилизировался. Зардес на ЦП. Угу. Так, мы в атаку перешли. Ой. А кто такое? А кто такое? Плавный навес на Холланда. И Холланд... Я... как сказать? Я прошел эту игру. Я прошел эту игру, ребят. Все, пике. Стоял там, курил в сторонке. Ну, сейчас, конечно, нужно нас на баланс перейти, потому что он сейчас разозлится. Он начал что-то делать. Он включился в игру. Если он забьет, это будет хоть что-то. Да, наконец-то он мне забивает. Это, конечно, не очень круто, но... Ну, этого следовало ожидать, и учитывая, какой у него состав. 107! Вы чё, ребята, там 107 рейтинг. У меня на 20 пунктов ниже. Это ж, считайте, на две головы как будто вас. Вот Месси, у которого ни дриблинга, ничего. И, собственно говоря, Ван Дайк, у которого и дриблинг, и всё. Вот это примерно что-то такое. Чего? Что этот... Коротышка себе позволяет. И это 2-0. Вы видели, коротышка просто прошел сквозь. Но это как бы не мои проблемы, ребят. Ну, да, FIFA, спасибо. Уже подустал горло. Как будто драли всю ночь. Ну, вы понимаете, да. В смысле, болит оно у меня. Я много разговаривал, а вы о чем подумали, а? Верди на Холланда, Холланд на Верди, и до свидания. И Верди на Холланда, а Холланд вот так вот, и Холланд забьет. А я блоки на снегу. Скажите, какой скорость, какой рост у Холланда? Потому что у Зардеса офигенный высокий рост, а Холланд его выше. Вы понимаете, Холланд выше Зардеса. И какой рост у Холланда? 1.2 метра, что ли? Сюда. Центр. И это... Он засейвит? Нет, он не засейвил. Он должен был обычно руку выставить вправо и засейвить. Но... Я говорю, яблоки на снегу, розовые на белом. Там, кстати, была красивая форма, а он почему-то, ну, Марк поставил форму Реала зачем-то. Ну, белая тоже прикольно, в принципе. Так, сейчас мне прилетит. Сейчас мне прилетит, да. 1-0 отквитал, красавчик. Но не радуйся так, Риана-то. Ты чё, не радуйся. Не-не-не, не надо так. Просто ошибка защиты. Ну вот что вот за Катун, или как его там, за Колун, что он делал? Он ничего не делал. Он просто что-то стоял в защите, и все. У него такой корпус, это просто машина какая-то. Ну и туда давай. Он машина. Он машина. Фух. Я не знаю, посвящать ли ему еще один выпуск. Ну потому что
ради него это... Ну, конечно, он уже сыграл здесь два матча, забил уже два гола, вот, точнее, три уже. Но если вы поддержите, я могу ради него сделать отдельный видеоролик. Потому что этот парень добьется успехов в реальном футболе. Он прям вообще топчик. Ну и последнего не обошел или обошел? И Кондрева, ну, блин, не гол. Зардес. 4-1. Не, ну, он бист. Я не знаю, вот, если кто-нибудь, хотя бы один человек напишет в комментарии насчет Холланда, я бегу, делаю обзор. Ой, а походу кто-то ливает, да? Или нет? Марк зашел, походу. Ну, ладно, Марк зашел, будем заканчивать. В общем, ребят, что вам еще можно сказать? Всем пока! С вами был Консидор из FPS. Предлагайте какие-нибудь идеи, может, кого-нибудь из этих пацанов протестировать отдельно. Есть также вон, всякие там игроки. Ну, я там соберу какой-нибудь состав. В общем, ребят, все, что еще можно сказать. Если понравился видеоролик, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Да, вот он Бернарда поставил. Если еще не подписаны, нажимайте на колокольчик после подписки, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые выходят практически каждый день. Ставьте лайки, если понравилось видео, и, ну и рассылайте своим друзьям. Это уже на ваше усмотрение. В общем, всем пока.